же где-то недалеко, видать, от Вадика-то. Она вот здесь тоже. Тоже она, хоть больная, она все равно чувствует. Давно. Сколько дней времени-то, Игорь? Да, ну, да, примерно, ну, сколько? Не знаю, ну, лет 5. Лет 5 уже. А, действительно. Вот, они, она все, так любит, видно, это дело. Вот, там тоже в саду занимается этим всем. И Вадик, ну, тоже. Тебе он нравится, да. Он хороший. Она тоже машину водит, у них, и у нее машина, и у Вадика. Нет, они, ну, очень... он в хорошем виде. Вот, и мне кажется, что он, ну, это может, мне просто кажется, он похудел сильно очень. Он? Похудел очень сильно. Ну, все-таки уже мужик взрослый тоже, посидел, может, да похудел. Нет, нет, он не специально. Не специально? Нет. Он излечился от неизлечимой болезни. От какой болезни? Гепатита. От гепатита излечился. Он говорит, у него гепатит был, он мне не говорит, он с ним разговаривает. И вот от него он излечился, говорит. Случайно. Гепатит, да. Белокровие? Гепатит, это не знаю, какая-то это дрянь. С печенью чего-то, жужжу. Ну да. Вот. Точно, точно. Но он говорит ему, он мне сказал, что он... Не он может... лечился от язвы, там, от чего-то еще, принимал лекарства, перестал пить, и вот у него прошел этот гепатит. Неожиданно. Он вам приезжает, да? Да.